Хэшки, ребятки, с вами Лекс. Продолжаем играть в Лимбо. Так, что мне нужно сделать здесь? Я понял, что мне нужно сделать. Просто выждать момент, чтобы перепрыгнуть через эту пилу. Мы начали с этого момента, ребят, как я и говорил. Катаемся на вагонетке по этому темному миру. Оп, отлично. Ничего отличного. Что же нужно было тогда сделать? Давайте сделаем так. А, серьезно? Она будет стоять на месте? Она стоять на месте не будет. Эй, осторожно. Да это нереально. Это просто нереально. Ну а что мне тогда? Как мне ее тогда... Давайте попробуем отдалить немножко ее. А, мне нужно ее толкнуть так, чтобы я успел и прыгнуть с нее. Я не успел. И она успела, так скажем, точнее, у нее еще было время немного покатиться назад, а не вперед. В принципе, да. В принципе, сейчас я должен успеть. Да, я сделал это. И мы разворачиваем полностью опять мир. Там опять на нас колобки будут падать. А именно вот эти вот шары. Только я нифига не вижу. Эй, я ничего не вижу. Обманули меня, обманули, засранцы. Нет. Ну, я же говорил насчет этой игры, ребят. Остается ждать, как меня задавят этим камнем. Да. Я так и знал, что здесь какой-то подвох есть. В принципе, эта игра наполнена какими-то подвохами. В принципе, видно было мир, но не видно было той лестницы. То, что там будет тупик. Теперь-то я знаю, что там будет тупик. Теперь я не поведусь на ваши уловки. Так, и прыжок. Отлично. Теперь мне нужно перепрыгнуть. А, я вижу балку. Ага, понял. Здесь у нас есть коробка. А, понял, понял. Нужно было в другую... Вы серьезно? С этого момента? Просто пипец, просто пипец. Ну же, прыгай. Отлично. Так, встаем сюда и никуда дальше. Прикольно сделали так, то, что не видно эту лестницу. Очень классно. Прыжок. Отлично. И здесь балку тоже не видно, то есть изначально. Но она есть. Здесь должна упасть коробка, и я так... все, понял, понял, что мне нужно сделать. Мне нужно было по ней запрыгивать. Теперь-то мне все понятно. Наверное. Она ж не разрушится? Нет, она не разрушилась. Аплодисменты. Короче, мне нужно просто повиснуть на эту чертову балку. А после этого, видите, коробка как бы она... Я не думал, то, что она уедет от меня вправо. Она уезжает вправо. Мы повесим на балку, спрыгнем с этой балки уже... как с положения виса. И после этого мы уже спокойно сможем пройти дальше. Но что ждет нас дальше, я тоже пока что не знаю, к сожалению. Потому что ждать-то может быть... Может нас все что угодно. Прикольно, блин. Классно сделали то, что мир так переворачивается. Не помню игр с таким вот эффектом. По-любому есть такие игры, но я, к сожалению, их не помню. Так, так, вот я об этом и говорил. Какая-то музыка, вы чувствуете? Музыка прекрасного. Как будто мы сейчас что-то
что-то прекрасное найдем. Смотрите, какой-то автомат. Какой-то лазер. Странный лазер. Как думаете, меня убьет этот лазер? Конечно, убьет. А что мне тогда нужно было делать? Я говорил, что это автомат. Я был прав. Мне нужно что-то сделать, а что, я без понятия. Давайте сделаем так. Воу-воу-воу-воу. Серьезно? А, мы сломали его. Все, теперь я все понял. А, нет, мы его не сломали. Я обломался немножко. Но мы должны его сломать, я верно говорю. Да, да, я был прав. Все, теперь мы можем спокойно пройти без проблем. Опа-на. То есть вы видели, он задымился сначала, я и сделал выводы, то, что мы его сломали. Но мы его не сломали, к сожалению. Так, нам нужна коробка, я понимаю, верно? Верно. Что нам позволит достать эту коробку? Переворот мира. Или гравитация, точно. Точно, как я мог забыть о гравитации? Ой-ой-ой-ой. А, здесь еще какой-то... Все, понял. То есть время даже есть. Работает эта гравитация. Так, стоим. Две коробки уехали. То есть я не гравитирую, да? Понял. Тогда тоже все понятно. Так, тогда мы одну коробку здесь оставляем. Нет, надо было одну коробку здесь все-таки оставить. Господи. Видите, все надо продумывать заранее. Так, иди сюда. Вот эту коробку я оставляю здесь. Да. Что-то пошло не так. Но что же мне тогда нужно сделать? Я лично не понимаю. Так, что у нас тут? Тут ничего. Я должен одну коробку по... как-то... как-то ее поднять. Ну, вопрос как? Я даже, наверное, представляю сейчас как. Давайте на счет 3, раз, два, три. Эх, засранец. Давайте, наверное, я еще раз понял, как нужно ее поднимать. Так, где-то вот так вот должно быть. Нет, я был неправ опять. То есть она в любом случае, видите, выключается. И, кстати, на заднем плане колесо, ребят. Я думаю, то, что мы потом свяжемся еще раз с этой фигней. Так что надо будет... Да что ж она не нажимается? По-любому надо будет сюда возвращаться. Вот видите, колесо, оно поднимается на веревочке. А может быть, не, может быть это просто ачивка. Господи, я умер. Может быть это просто ачивка, без понятия, ребят, без понятия. Так, и что же мне нужно сделать тогда? Ладно, оставляем одну коробку здесь, вторую здесь. То есть вот так они стоят изначально. Может быть, я должен одну коробку поставить под другую коробку? Давайте попробуем сделать так. И потом вытянуть ее. Без понятия, без понятия. Странно то, что эти коробки поднимаются. Видимо, это магнит. Да, опять же. Опять же магнит. Эх! Что это было, блин? Видимо, опять же, это сраный магнит, ребят.
Мне он просто-напросто поднимает. Да нет, это не магнит, какая-то фигня. Магниты, наоборот, притягивают, они отдаляют от себя предметы. Блин, фиг знает, что здесь надо делать. Опять я туплю. Каким-то образом же мне нужно забросить сюда коробку, чтобы я поднялся наверх. Иначе я просто-напросто не поднимусь. Там же никаких рычагов у нас больше нету. Нет, нету. Здесь у нас только пулеметы. И все. Ну, я тогда фиг знаю, что делать. Остается лишь гадать. Ребят, можете написать мне в комментариях, в принципе. Я так понимаю, в этом уровне я не догадаюсь. Блин, ну это было близко. Если бы он сильнее его толкал, этот ящик, было бы еще круче. Без понятия, ребят, что надо делать, вообще без понятия. Что-то у меня голова не варит нифига сегодня. Ладно, ребят, я жду от вас комментариев. И сразу же... А давайте попробуем так сделать, ладно. Попробуем. То есть это сюда. Этот сюда. Этот сюда. Что же нам это даст? В принципе, по сути, ничего не должно дать. Но попробуем в любом случае. Да, именно ничего она нам не дала. Это фигня. Ладно, ребят. Надеюсь, вы мне поможете. Жду ваших комментариев. Я просто не могу. У меня голова уже сегодня просто-напросто не варит. Слишком много я переиграл в Лимбо. А с вами был Лекс. Спасибо за просмотр. Если вам понравилось, ставьте лайки. Если вы ждете предложения, тоже ставьте лайки. Не забываем подписываться на канал, писать в комментариях. Также не забываем подписываться в паблик ВКонтакте. Я вас там всегда жду, ждал и буду ждать. С вами был Лекс. Всем добра!